Приветствую вас, друзья! И в этом видео мы с вами рассмотрим замечательную программу, которая поможет нам создать красивый, красочный, замечательный коллаж. И название этой программы – Collage It. Для того, чтобы эту программу скачать, достаточно перейти на ее официальный сайт. Ее адрес есть вот в адресной строке. Как всегда, ссылочка под этим видео. И для того, чтобы перейти к закачиванию этой программы, достаточно нажать Download Now. Здесь мы видим сразу, что нам предлагают скачать коллаж для операционной системы Windows и для Mac. Но мы будем рассматривать программу для Windows. И для того, чтобы скачать, нам нужно нажать Download Now. Процесс закачки пошел. Программа скачалась, много она не занимает, поэтому скачивается очень быстро и сразу нас выкидывает на окошко установки программы. Мы нажимаем Next, нажимаем I accept the agreement, то есть принимаем условия лицензионного соглашения, нажимаем Next, выбираем путь, куда мы хотим сохранить нашу программу. Нажимаем ОК, нажимаем Next, еще раз Next и еще раз Next. И теперь нам нужно для того, чтобы установить, нажать кнопочку Install. Вот такая вот обычная процедура установки программы. Советую вам сразу снять галочку вот эту нижнюю, она нас перекинет, если мы ее оставим, на официальную страницу сайта, на которой мы были только что и закачали программу. Но нам это не нужно, поэтому нажимаем Finish. И вот наша программа. Теперь для того, чтобы создать какой-либо коллаж, нам достаточно выбрать один из заготовленных форм. Одну какую-то конкретную, да. Вот, например, давайте вот выберем какую-то такую красочную. Ну вот, такая вот интересная. И мы нажимаем Choose, то есть выбрать. То есть вот наша заготовочка. Теперь нам нужно для того, чтобы были здесь фотографии, загрузить фотографии в программу. И для этого нам нужно перейти в раздел Фото. Add photo и выбрать те фотографии, найти их у себя на компьютере и выбрать те, которые нам подойдут и которые вы хотите сделать коллажом. С помощью клавиши Ctrl выбираем, допустим, вот так вот в программу, чтобы скачать. Выбираем наши фотографии и нажимаем ОК, то есть открыть. Загружаются наши фотографии. Вот мы сможем их увидеть в нашей левой колоночке. Все их здесь просмотреть. Да? И для того, чтобы это все было воплощено на вот этой картинке, нам достаточно нажать Random Light. Вот эту кнопочку нажимаем и видим, что все наши фотографии, которые были в левой колоночке, перекинулись вот сюда, и все они здесь есть. Для того, чтобы подкорректировать как-то наш коллаж, сделать его более красивым и нам подходящим, мы обращаемся вот в эти настройки и смотрим, что здесь есть. Во-первых, мы можем изменять размещение наших фотографий, сделать их больше, меньше, поменять немножко в пространстве. То есть вот таким вот образом, движениями вправо и влево. Сейчас вы видите, как изменяется наш коллаж. Видите, как фотографии стают меньше. Можно сделать больше. Можно сделать их вот таким вот образом, да. То есть это уже по вашему усмотрению. Ну вот давайте оставим так.
можем также изменить форму каждой фотографии, то есть сделать ее обычной, статичной и сделать ее нестандартной немножко, да, вот в таком формате. И также поменять расположение фотографий. Это все в разделе Layout. И также мы можем еще изменить цвет вот этой вот рамочки нашей белой, да, то есть выбрать цвет там красный, какой-то бордовый, зеленый, там, по вашему усмотрению, да. Ну, вот давайте оставим черный. Можно делать еще также размер рамки больше, размер рамочки вот меньше. Это уже так, как вам понравится. А можно вообще убрать эту рамочку, нажав кнопочку Enable Shadow, да? И все, и убирается. Вернее, здесь Enable Shadow — это добавляется еще к рамочке черный фон, да? А Enable Frame — это вот как раз убирает вот эти все рамочки. И как видите, их вообще не будет. И таким образом вы можете себе создать свой коллаж. Для того, чтобы его сохранить на компьютер, нужно нажать кнопочку «Экспорт». Здесь можно поставить Quality 100, нажать «Экспорт» и нажать «Continue». Теперь вам достаточно выбрать путь, куда вы хотите сохранить файл. Нужно вам его подписать. Вот, например, пишем «Мой коллаж», да, и нажимаем «Сохранить». Все, файл, в принципе, немножко нужно подождать, чтобы он сохранился. Он сохраняется туда, куда мы его направили. И теперь мы можем его посмотреть. Вот он, мой коллаж. Открываем, смотрим. И действительно, вот он получился таким, каким мы и хотели его увидеть. Вот такая вот замечательная программа для создания коллажа. Пользуйтесь, друзья. Выбирайте полезные программы для вашего компьютера. Всего доброго. До следующих видео.